В Махачкале по требованию прокуратуры снесут 12-этажный дом. Здание, возведенное рядом с кладбищем, признали самостроем, а документы на его строительство недействительными. Всего же на территории региона насчитывается более 400 самостроев. Не случайно Дагестан станет пилотной площадкой, на которой отработают механизм решения проблемы незаконных строений. Первым шагом станет оценка технического состояния самостроев. До конца года специалисты планируют обследовать 50 зданий. На эти цели из резервного федерального фонда выделят более 25 миллионов рублей. Всю работу завершат к осени следующего года. Главные критерии, которыми будут руководствоваться эксперты – надежность фундамента и устойчивость построек с учетом сейсмичности региона.